В Сарысуском районе Жамбылской области за последние два года погибло около 300 голов скота. Все из-за дефицита воды, говорят аграрии. Каналы в районе пустуют уже несколько лет, а местные власти решают проблему только на словах. Наши коллеги из региона с подробностями. Река Талас – единственная на 6 округов Сарысуского района. Основной источник дохода у здешних сельчан – сельское хозяйство. Однако вот уже 6 лет, как в районе, процветает засуха. Уже давно у нас нет воды. От села Оик до Досбола был вырыт канал, по которому должна поступать вода, однако до нас она не доходит. Местные аграрии рассказывают о значительных потерях. Ведь даже сено приходится покупать в соседних районах области. Самое плачевное – всего за два года скотоводы лишились свыше 300 голов. Скот пьет воду из застоявшихся водоемов. Там же цепляет всякую заразу. У одного фермера за два года погибло больше 50 голов скота. Сельчане уверены, проблема в неравномерном распределении водных ресурсов. Крестьянские хозяйства выше по течению забирают всю воду, а у нас засуха. Слышит ли нас правительство? В акимате Сарысуского района считают, что падеж скота не имеет отношения к дефициту воды. Даже заявили, что ситуация стабильная. В свою очередь чиновники сообщили, что планируют совместно с Таласским районом расширить русло реки. Кроме того, готовят документы для передачи водораспределительных устройств, расположенных за водоузлом ОЕК по реке Талас, Жамбылскому филиалу республиканского государственного предприятия «Кассушар», расположенного в Сарысуском районе. Если проблему власти не решат, многие аграрии вынуждены будут покинуть район. Стоит отметить, в одном только сельском округе Досбол имеется 19 крестьянских хозяйств. Диана Аганик, Зажанбулат Андабаев, Атамикен Бизнес, Жамбылская область.